День добрый! С вами Ирина Бельска, Aroma Art Coach и энергопрактик. И сегодня мы с вами поговорим о теме отношений с собой. Почему? Потому что на самом деле любые отношения с другими людьми, будь это ваш муж, будь ваши друзья, будь ваши мама, папа, родственники, дети, коллеги по работе, знакомые, соседи, неважно кто, все базируется на том, какое отношение у вас самих к себе. Почему? Потому что мы знаем закон зеркального отражения. То, что находится внутри меня, то находится снаружи меня. И, соответственно, если наши отношения внутри с самим собой не гармоничны, то то же самое мы увидим в нашей жизни. Если мы сами себя корим, ругаем, недовольны, критикуем, не ценим, обесцениваем, виним, стыдимся, да, то то же самое мы увидим рефлексию других людей на наше самопроявление, да. Нас будут критиковать, нами будут недовольны, то есть все, что внутри. Где-то даже это может происходить сознательно, когда мы сами себе говорим, да, и мы сами к себе относимся, но в большинстве случаев это происходит бессознательно. То есть мы это отношение к самому себе унаследовали с глубокого-глубокого детства, когда к нам таким образом относились самые близкие люди, да, конечно, родители и те, кто нас воспитывал, возможно, бабушки, дедушки, возможно, воспитательницы в саду, да, то есть вот в этот вот период до 7 лет мы как губка впитывали в себя отношение к самим себе через проекцию наших людей, которые заботились о нас. И, соответственно, это отложилось настолько глубоко в нашем восприятии мира, что является нашим образом, и мы не можем его на самом деле легко преодолеть. Вот чтобы увидеть, что же внутри нас происходит, да? Какие же у нас внутренние грабли? Конечно, они у нас манифестируются где? В отношениях с другими людьми. Но чтобы изменить эти отношения с другими людьми, нам необходимо изменить, во-первых, отношение к самим себе. И вот это можно сделать через аромакоучинговую игру «Остров отношений». Потому что не обязательно разбирать отношения с мужем. Можно, конечно, да? Если есть проблема с мужем, то приходите на эту игру с этой проблемой. Если проблема с родителями, приходите на эту игру с этой проблемой. Но если, как вам кажется, что у вас более-менее все хорошо, а тем не менее есть какое-то недовольство от жизни, да, от отношений, может быть, вы не востребованы, может быть, у вас мало друзей, или друзья, наоборот, очень поверхностные, или вас не ценят на работе, или вы не можете никак самореализоваться, то нужно заглянуть в отношения к самому себе. В любом случае, это источник наших отношений с другими людьми. И вот на этой игре мы будем смотреть под разными ракурсами, в зависимости от того, с чем вы придете. Придете с отношениями с конкретными людьми? Хорошо. Придете к отношению к самому себе? Тоже хорошо, да? То есть мы будем работать через игру, через коучинг, а также добавим туда работу с нашим подсознанием, энергозагрузки, конечно же, и обучение, и, понятное дело, эфирные масла, ароматерапии. Почему? Почему ароматерапия является таким мощным инструментом? Потому что эфирные масла работают на всех наших уровнях, начиная от физического тела, эмоциональное и тонкие тела, энергетические тела, да, наше подсознание. На все это влияют эфирные масла. Поэтому приходите вживую играть. Или, если вы находитесь далеко, приходите играть онлайн, потому что во время онлайн-игры мы другим способом будем тестировать то, что с вами происходит, да? Но, тем не менее, вы получите огромную пользу и будете знать, каким образом вам необходимо создать ваш индивидуальный аромат, который будет исцеляющим и который будет трансформировать вас. И, конечно же, будем работать со всеми возможными инструментами, чтобы вам помочь. А кроме того, игра – это всегда интересно. Это всегда что-то, возможно, неожиданное, а возможно, что-то, что вы давно подозревали,
Ну, не хотели, может быть, туда посмотреть, или, может быть, не готовы были, а, может быть, уже подозревали и знали, что пора туда заглянуть и с этим разобраться. Поэтому спрашивайте об участии в игре, пишите мне в личные сообщения, и я вам расскажу о том, когда следующая игра, и, конечно же, о том, как вы можете получить еще больше помощи и поддержки. До встречи!